Всем привет. В общем, короче, 12:21. Я приехал туда обратно. Уже сейчас на месте, в этом же доме. Ну, вечером не было видно, то, что вчера я ездил на объект, там аварийный вызов был. Пока мисс проснулся, покусал, попил чаек, заехал на гейзер, попил там кофеек. Взял, короче, я двухполисник. Поставлю там на вводе вот этого пакетника, который был там, и два однополисника. Нулевые шины взял, но скорее всего я, наверное, не буду ставить нулевую шину. Там в принципе хорошая. Ну, посмотрим, короче, как оно будет. В общем, клиент уже меня ждет, я уже звонил. Так что перемещаемся туда. Сейчас тогда я вот так сделаю раз. Все в кармане. Здравствуйте. Ну что, тут все нормально? Да. В подъезде свет включить? Ну, можно включить. Замок. Сейчас табуреточку. Угу. Здравствуйте. Так, мне вам не надо. Ага. Это, сейчас свет выключу вам. Что? Свет повыключаю вам. Ага. Свет, значит, повыключал уже. Все, если что, включи. Угу. Так, подожди. Перчатки. Вот это вот. Добрый день. Добрый. А вы, вам сюда или наверх? Нет, это просто соседям меняю. Вашим. У нас там тоже что-то такое, потому что
Так. Фазу еще можно двигать, сколько захочешь. Провод длинный. Достаточно. Изоляцию не зажала вместе с проводом. Опа. Так, это у нас фаза. Есть такое дело. Все красиво. Все четко. Туда.
Давай, придется его туда тянуть. Потом это затянуть. Так. Значит, это, по-моему, сюда затянуть как-то. Каким-то образом. Так, теперь надо как-то затянуть эту фазу туда. Ой, нолик. Каким-то образом. Вот так вот. Загибая, не хватит длины. Давай так будет стоять. Так, и осталось у нас завести вот это чудо. Чудо-юдо.
Трудно. Пылюки за 60 лет насобирался. Конечно, это шурупчик. Включите. Включить? Да. Собачится. Так, 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 так. Может, куда я швырю делаешь? Глаза помарили. Три автомата. Ладно. Так.
А теперь. Где-то у меня была такая. Вот такая была, еще другая была. Вот она. Все-таки оставлю эту. Не буду заморачиваться. Это сынка будет лучше чем-то. Так, это позачищаю. Мне сделать то, что я хочу делать.
Дело. Ну, дайте, пожалуйста, мне эту железяку. Угу. Я позову, сейчас это делаю. Этого, конечно. Такое ощущение, что китайка. Сказали, вроде нормально, но это, чтоб поглядывал, так чтоб спокойно быть. Ага, хорошо. То, что я беру, режу вот этот металл, такое ощущение, что он китайский. Хотя вроде... Это же значит советский еще. Ну так да, вообще лежит как фольга какая-то нафиг. Вообще.
Все, блядь. Все закрыто. Все забито. А ну проверяйте. 10? Куда? Так, смотрите, вместо вот этого, что у вас был, ну вот этот, ага, поставил такой двухполисник, он выключает полностью напряжение до счетчика. Угу. А это уже как было квартиры, ну, поделено по комнатам. Ясненько.